Макеты пушек на Никольской сопке заняли прежнее место. Их освежили и поставили на новые лафеты в преддверии 170-летия Петропавловской обороны. Подготовка батареи лейтенанта Максутова к юбилею одного из значимых сражений Крымской войны ведется с весны этого года. Еще в мае подрядчик, взявший на себя задачу по ремонту мемориала, случайно повредил деревянные лафеты пушек. Оказалось, что рабочие недооценили массу изделий, каждый из которых весит около 3 тонн. В результате было решено не вывозить пушки с территории и привести их в порядок на месте. Как сообщил глава краевой столицы Константин Брызгин, с них сняли слои старой краски, огрунтовали и покрасили. Все лафеты заменили на новые, так что пушки выглядят гораздо более презентабельно, чем еще несколько месяцев назад. Теперь в планах заняться плетеным забором и цепным ограждением по периметру площадки памятника. Рабочим предстоит восстановить их в ближайшее время. Напомним, макеты пушек на Никольской появились еще в 1959 году по инициативе жителей. Открытие памятника было приурочено к 105-летнему юбилею героической обороны Петропавловска от нападения англо-французской эскадры. 5 точных копий орудий были отлиты на Петропавловской судоверфи, а оригинал пушки хранится в Краевом объединенном музее. В этом году 170-летие обороны города отметят в камчатской столице 5 сентября.